Привет, друзья, с вами Влог, 148 выпуск Run BTS, эпизод «Дизайн интерьера», первая часть. Вот, будем смотреть. Воскресенье, да. Перед началом, разумеется, как обычно, попрошу вас подписаться на Twitch. Да, там в скором времени, вот в следующую субботу, скорее всего, продолжим. Скорее всего, да, то есть по самочувствию, но скорее всего, да. Вот. Ну, не будем загадывать раньше, но тем не менее подписывайтесь. И если вы еще не посмотрели... Если вы со мной не смотрели первые 6 серий «Королевы Чорин», то, пожалуйста, посмотрите без меня, чтобы вам интересно было смотреть в дальнейшем продолжение. Вот. Ну и все, разумеется, остальные видео на Boosty. Там мы смотрим сериалы с BTS, там «Бон Вояжи», там в скором времени будет «На лужайке». И все, что блокируют, такое вот, оно попадает туда. В основном. Да, то есть в основном, ну, ВКонтакте и туда. Либо-либо. Ладно, давайте смотрим. 148 выпуск. Звучал Кайл. Run BTS. Эпизод 148. Run BTS. Давно не было одинаковых костюмов. Мы так давно не одевались одинаково. Дизайн интерьера. Это точно. Мы похожи на миньонов. Выглядит как 7 миньонов. Сегодня за нами даже стоят площадки. У нас впервые площадки построены для Run BTS. Они точно. Стены будут, наверное, да, там что-то красить, еще что-то делать. Себя в дизайне интерьера. Вау, дизайн интерьера! Благодаря Run BTS мы получаем возможность испытать столько разных профессий. Тут все дело в опыте. Кто-нибудь уже пробовал заниматься дизайном интерьера? У меня большой опыт. Я тоже делал такое много раз. Наверное, все мы когда-то собирали. Мебель Икея, наверное, все собирали. Да. Сегодня на Run BTS вы будете проводить эксперименты с дизайном интерьера. Пусть Юнги и Джим будут капитанами. Наши самые старшие мемберы. Старшие Лайн смогут. Наши старшие бро. Старший бро. Звучит неплохо. Джин перед съемками сказал, что у него все спланировано. Сначала мы покрасим все стены в розовый. Но это уже... В смысле? В розовый. В розовый, сразу в розовый, блин. Это дом? Вот же. Я запомню всех, кто только что вздохнул. Давайте сыграем в КНБ. Камень, ножницы, бумага. Выигрывает капитан Джин. Я выбираю Джей-Хопа. Хобби вынужден обосноваться в розовой комнате. Его слова стали правдой. Я выбираю Чонгука. Окей, так грустно. Я выбрал Чонгука, так как самостоятельный дизайн интерьера — это трудоемкий процесс. Нужно выполнять много физической работы. Я довольно хорош в сборке мебели. Хорошо. Джин снова победил. Хорошо, я выбираю... Все отводят взгляд. Все забирают. Джин, я тебе расскажу, как все только что отреагировали. Конечно, расскажи. Намджун сделал так. Тэхён вот так. А я вот что сделал. Пожалуйста, прорекламируйте себя. Скажите, как сильно любите розовую комнату. Розовая комната звучит классно. Хорошо, я выбираю Намджуна. Розовая — это неплохо. У нас нет розовой краски. Понятно. А, все хорошо. Не страшно, делаю капельку красного. Тогда что будет со мной? В последний раз сыграйте в КНБ. И пусть победивший капитан заберет его. У Тэхёна глаз намётан на такое. Он нам нужен. Мне нравится быть уникальным. Мне кажется, что Тэхён может начать рисовать на стенах. Блин, мне кажется, что у Тэхёна стиль... Я уже вижу это. Хасока. Сейчас. Камень, ножницы, бумага. Тэхён. Шапка на уши. Чем больше у нас будет людей... А, нет, нет, у него уши нет. У него прям не так низко. У меня уже есть концепция. Уши не сильно оттопыривают. Мы, наверное, сделаем чистую и простую комнату, да? А, у них там еще мебель стоит, ничего себе, прикольно. Надо еще мебель команда расставить. Команда Джина и команда Шуги. Первый вопрос. Мы уже начинаем? Как называется? Капитальный ремонт старого изношенного дома или квартиры. Капитальный ремонт. Чонгук, я первый. Ви, Чонгук, я первый. Название команды. Команда Джина, Шуга. А, название нашей команды? Команда Джина. Ты уверен? Да. Ремоделинг. Правильно. Отлично. Разве это не конструкция?
Точно, команда Шуги! Следующий. Во втором вопросе на кону стоит шанс на помощь Стафа. Окей, это весьма важно. Укладка, где линии, напоминающие рыбьи кости? Меняет направление зигзагом. Шуга. Ёлочка. Правильно. Рыбьи кости? Бё, это кость. Что такое ёлочка? Ёлочка — это узор, напоминающий рыбьи кости, в котором линии повторяются в зигзагообразной последовательности. Третий вопрос. Как называется метод отделки зазора? Между стеной и потолком. РМ. Молдинг. Правильно. Но ведь нельзя говорить РМ. Команда Шуги. Но ведь нельзя говорить РМ. Команда Шуги. Команда Шуги. Да. Молдинг. Ну, застранца. Я чуть не сказал плинтус. Дорогой дневник. Я быстро сообразил. Шустрый. Вот какой я умница. Хорошо, четвертый вопрос. Как называется дизайн стен, оформленных с помощью ткани, плитки, дерева и многого другого? Шуга. Команда Джина. Что за тон был? Древесный тон. Неправильно. Команда Джина. Арт-стена. Правильно. Намджун, ты невероятен. Подождите, что там было? Молдинг? Какой ответ был только что? Арт-стена. Намджун перевозбудился. Арт-дыра? Арт-стена. Некоторые используют мрамор или подобные материалы. Вы тоже можете Джусали. Использовать декоративные панели. Намджун, ты словно другой человек. Намджун, ты такой крутой. Ну, в смысле, перевозбудился в плане эмоций. Пятый вопрос. Как называется глянцевая гладкая плитка, придающая интерьеру современный вид? Команда Джина. Секси Моска Рэм в ударе. Фарфор? Наверное, это не он. Нет, это не он. Это не фарфор. Глянцевая плитка? Плитка и в Африке плитка. Как ее еще можно назвать? Команда Джина. Сан Фаянс. Керамика? Нет. Керамика это не то. Не могли бы вы повторить вопрос? Как называется глянцевая гладкая плитка? Нет, что такое Сан Фаянс? Интерьеру современный вид. Ви, команда Шуги, команда Джина. Команда Шуги была первой. Ты знаешь ответ? Тип, который просто выкрикивает название команды и думает после. Быстрее! Я не знаю! Моноплитка! Моноплитка? Неправильно. Хорошая рифма. Не знаю, что-то глянцевое. Подскажите один слог, пожалуйста. Пол. Команда Шуги. Полфор? Полфоровая плитка. Неправильно. Пол. Единственное слово на пол, которое я знаю, это полировка. Команда Джина. Полированная плитка. Правильно. Джин, ты поистине наш лидер. А все так просто, да, было? Я вообще не в теме. Полированная плитка, точно. Та, которая блестит так, будто ее только что помыли. Сок Джин, откуда ты это знаешь? Это было очень круто. Мы такие крутые. Как называется тип дверей? Которые часто устанавливают в кафе и магазинах. И которые складываются как гармошка. Что складывается вот гармошковая. Так? Все, кажется, знают, что это такое. Разве она не гремит, а не грохочет? Как она? Шуга! Складывающаяся дверь. Это, пожалуй, не корейское название. Складная дверь. Точно. Шуга, Шуга, команда Джина. Шуга, складная дверь. Правильно. Это было быстро. Мы должны научиться красть ответы. Кража ответов, вот что важно. Команда, которая правильно ответит на этот вопрос, получит шанс на помощь съемочной группы. Выступающая платформа, которая находится на внешней стороне здания. Платформа? Да, она часто встречается в квартирах. Джин! Шуга! Я был быстрее, да? Терраса. Неправильно. Шуга, веранда. Пандус. Неправильно. Джин! Балкон? Правильно. Вот так! Это либо терраса, либо балкон. Балкон. Да, либо веранда, либо балкон. Они все одинаковые. Он отличается от веранды? Балкон, безусловно, отличается от веранды. Выступающая, которая может находиться внутри комнаты. Ну, в принципе... Ну, в принципе, это часть комнаты, можно сказать, балкона, но она находится снаружи. Вы получаете шанс снаружи. На помощь съемочной группы. Вот так. Да, сейчас у обеих команд есть шансы. Как называется осветительный прибор, который распределяет свет, направляя его на потолок или стену? Джин! Прожектор. Непрямое освещение? Да. Правильно. Почему наша команда такая крутая? Что? Что? Почему вы двое смотрите на меня? Чтобы пройти эту викторину, нужно интересоваться дизайном интерьера. Как называется мебель? Встроенная в стену. Встроенная в стену, встроенная в стену? Мебель. Разве она так и не называется? Встроенная. Это такая базовая вещь. Встроенная мебель. Как правило, это основные характеристики дома. Чонгук, Чонгук, Шуга. Ви, команда Джина. Шуга. Вы же знаете.
Вы же знаете! Выкрикивает имя, затем снова обращается к команде. Да ладно! Что это? Чангук, который немного догадывается, о чем это речь. Не, ну прикольно, когда в команде есть такой человек, который руку тянет постоянно, но нифига не знает. Правильно. Да, встроенная. Встроенная. Именно это я и хотел сказать. Встроенная мебель. Я просто продолжал думать о базовых вещах. Вот это было очень классно. Ты сейчас был похож на Майкла Джексона. Это широко используемые обои. Да, я не стал говорить, поскольку это слишком банально. Как они называются? Шога. Шелковые обои. Правильно. Какие обои? Нифига, он шелковые. Как умный. Шелковые обои. Это тип обоев, которые имеют легкий блеск. Еще сравнялся. Да, потрясающе. Блин. Вы проделали отличную работу по разделению команд. Это битва двух гордых гениев. Какие текста писать? Это битва гением двух гордых гениев. Я тоже здесь. От меня никакой помощи. Битва двух гордых дурачков. Почему круг у тебя дурачков? Вы можете дать нам более трудные вопросы? Я хочу посмотреть, как Шуга и Эрен будут сражаться друг с другом. Это европейский метод. Юнги разбирается в Европе. Рамы, закрепленные на окрашенной стене. Шуга, стеновая панель. Он прав? Угу. Правильно. Не может быть. И что это было? Я понял, что это стеновая панель, как только услышал «рама на стене». Я только услышал «стеновая». Панель чего? Вельш Корги, что? Стеновая панель, это когда вы обшиваете стены прямоугольными рамками. Вот так. Так круто! Впечатляет, я и не знал. Значит, не обязательно прямоугольными. Да. В наше время разные. Потрясающее есть. Зрелище. Этот парень. Есть еще вопросы? Это весело. Поскольку у нас осталось 4 вопроса, мы просто закончим их. Но команда Шуги выиграла. Окей. Я кухонный принимаю поражение. Фартук, кажется, все так быстро прошло. Там, где стыкуются стена и пол. Шуга, плинтус. Правильно. Плинтус? Вы оба ответили правильно. Это отделка вдоль нижней части стен. Как правило, люди больше не устанавливают его. Блин? Намджин тоже бесподобен. Откуда ты это знаешь? Я? Я много занимался ремонтом. И ты просто научился? Да, я сделал ремонт в своей студии. Как называется возведение стены для разделения пространства? Фальш-стена. Игра медленно превращается в викторину на скорость. Как называется потолок с впалыми панелями? Кессоны. Это так невероятно! Откуда вы знаете? Не могли бы дать другим мемберам хотя бы минутку на обработку вопроса? В этот раз мы не будем отвечать. Остальные пусть отгадают. Этот вопрос уже задавался ранее, но попробуйте. Как называется вариант, когда на окрашенных стенах лепятся рамки? Об этом уже спрашивали? В виде прямоугольных панелей. Ну, знаете, североевропейские штучки. Я знаю только рамы для кроватей. Это уже спрашивали? Да, Шуга ответил. Все прошло так быстро, что я даже не успел понять, что этот вопрос был уже задан. Юнги угадал за одну секунду. Подождите, что за вопрос? Игра превращается в проверку слуха. Я не понимаю, что происходит, даже услышав вопрос. Давайте приступим к оформлению наших комнат. Каков ответ? Стеновая панель. Ее часто используют в Европе. Стеновая панель. В последний раз я был так впечатлен тобой, когда увидел, как ты занимаешься музыкой. Раньше он мечтал стать архитектором. Да, когда я был моложе. Это правда. Он очень хотел попасть в Испанию, потому что его очень интересует архитектура. Я хотел поехать на экскурсию по Гауди. Выбирайте. Мы выберем это. Это дизайн. Команда Шуги будет работать над сетом А. Все в порядке. Давайте подарим немного любви сету Б. Команда Джина получает сет Б. Интерьер А в мягком сером цвете. Интерьер Б в темно-синем цвете. Это должно быть стол. Стол? Да. Просто, чтобы ты знал, я прекрасно умею собирать мебель. Они его собирать будут? Прямо прикольно. Можешь поручить мне много заданий. Мы используем его для пола? Да. О, они все будут собирать. Ой, прикольно как. Мы можем выбрать светло-серый. Подождите, они линолеум класть будут? Плитку или как его? Вы дизайнер интерьера, который сегодня будет обновлять мой дом? Простите, серьезно? Это мой дом. Пожалуйста, постарайтесь. Простите, это мой дом. Мы можем начать. Я постараюсь. Я на мгновение ошибся. Как наносить? Начни с конца, смотри. Мне нужно поработать над этой стеной, да? Поскольку мы красим вот так, нам придется использовать клейкую ленту, чтобы не испачкать краской все вокруг. С помощью этого. Закрепи по краю. Затем покрась. Потом сними ее, и у тебя получится прямая линия. Значит, мы должны просто заняться этой центральной стеной? Меня все устраивает. Я займусь лентой. Можешь приступать к другим делам. Мне начать собирать мебель? Да, приступай. Благодаря эффектному разделению работ, их проект стартует. Чангук, что это? Понятия не имею. Чангук, что это? Начинающий дизайнер не знает, что делать.
Стол, который должен собрать Чонгук. Это... Чонгук загружается. Чонгук закончил загрузку и готов к работе. Закончен вид стола, который собирает Чимин. Это, наверное, стол. Это, наверное, стол. Но это тоже стол. Два стола? Что это может быть? Что это? Тихёна, хочешь собирать мебель или красить? Хочу красить. А ты? Хорошо, тогда я соберу мебель. Давайте мы с Джином соберем мебель. Хоба, кто знаком с краской, тот пусть и красит. Ты ведь пробовал? Да, я когда-то красил. У меня это хорошо получается. Это должен делать опытный. Так, что я должен надеть? Думаю, эти для покраски. Надо ли нам так делать? Кто-то надел две правые перчатки. Не я. Кто-то надел две правые перчатки. А, ой, это я. Давайте покрасим все три стены в темно-синий. И подчеркнем их желтым. Что значит подчеркнем? Например, мы можем покрасить все стены, а затем побрызгать желтым. Вот так. Хочешь добавить что-то яркое? Да. Давай для начала покрасим все стены в темно-синий. Мы покрасим все в темно-синий и побрызгаем желтым. Класс, Ви! Как думаешь, будет нормально выглядеть? Давайте воспользуемся идеей Тэхёна. Мне нравится делать такое. Хобби обожает дурачиться. На маленьком кусочке вы попробовали сначала? Начнем со стула, поскольку он прост. Можешь работать с ним, а я займусь чем-нибудь другим. Давай, наливай, наливай. Мы правильно делаем. Она такая густая. Как дела у вашей команды? Как дела у вашей команды? Я так понимаю, у них там чисто краска, что? Просто без всяких колеров. Мы пока ничего не делали. Просто можно мы было тупо не сделали. Белую краску и колеры. Точняк, Юнги только что напомнил мне. Ну, цвет имеется в виду. Нам нужно обклеить стены. Нет? Это не имеет значения? Но нам нечего заклеивать. Пол и все такое. Нам это не нужно. Мы будем укладывать плитку поверх напольного покрытия. Команда Шуги красит только среднюю стену в качестве выделения. Команда Джина покрасит все три стены. Не нужно ничего заклеивать. Возможно, вам придется заклеить окно, если вы собираетесь распылять желтую краску. Точно, точно. Что? Я слышу, что что-то идет не так. Это было очень мудрое замечание. Давай заклеим окно скотчем, так как краска может попасть на него. У нас есть лестница. Вот, можете взять ее. Тем временем Шуга закончила клеивать стены. Посмотрите, как аккуратно я сделал. Выглядит как работа эксперта. Начинает красть, излучая крутость. Выглядит как настоящий профессионал. Тем временем стол мастерской Гука готов на 25% изучение инструкции. Уверенно бьет молотком. Его невероятная зачем? Сила отправляет гвоздь в соседнюю комнату. Аж кантик забил. Аккуратное оббивание с нужным контролем. Как дела в мастерской Чимини? Что это? Где та штука, которая так говорит? Стол мастерской Чимини готов на 5%. Это стоящее зеркало. Да, я начну с зеркала. Ой, такое зеркало, у меня точно такое же зеркало. Осторожно, может сломаться еще до начала сборки. В квартире у мамы. У сестры точно такое же. Стоящее такое вот. Я так давно не собирал мебель из Икеи. Из Икеи тоже. Несмотря на его беспокойство, дела идут хорошо. Или мы так думаем? Что-то не так. Почему? Что случилось, Намджуна? Может, ты используешь не те гвозди? Есть маленькие и большие. Понятия не имеет. Намджун, я почти закончил. Я помогу тебе. Вот так. Блядь, знаю, кстати, не плохие. Они не заходят. Лучше просто использовать отвертку. Отвертки нет. У нас только автоматические инструменты. Вот же. Не знал. Они явно не войдут, если ты попытаешься вкрутить их вручную. Человек в инструкции использует руки. Я сделаю, Намджун, подожди. Погоди. Такое дружелюбное место работы. Это сделано... Я клею здесь, да? Да-да. Они заканчивают заклеивать окно. Разве я не должен что-то с этим делать? Заглядывает. Ты сразу используешь краску? Ага. Окей. Не волнуйся, Тэхён, все получится.
Отлично, Тэхён, выглядит хорошо. О, слишком яркая краска. Продолжай красить, Тэхёна! Слишком темная, наоборот. Стол мастерской Гука готов. И поэтому будет. Он приступает к стулу. Инструкция. С инструкцией и моей силой я могу собрать что угодно. Просто бьет кулаком. Мастерская Чимини до сих пор готова только на 5%. Борьба со столом. Так запутанно! А за ним молча красит Шуга. Как и ожидалось, уровень энергии Шуги снижается. Я уже выдохся. Выглядишь уставшим, Хён. Эй, иди покрась. А? Покрась. Нет, я должен собрать стол. Чонгука! Не хочешь чутка покрасить? У меня все в порядке. Не думал, что когда-нибудь буду снова заниматься ремонтом. Серьезно. Тэхёна, я покрашу верхнюю блин, часть. Блин, ну прям... Ну что это такое? Пожалуйста, принеси сюда. Принесу еще одну. Весело, а слушайте, друзья, выглядит прикольно. Так весело. Это весело. Раскрась ярко. Тэхён, смотри. Нанеси первый слой вот так, чтобы цвет был ярким. Джей-Хоп, это выглядит классно. Отличная работа, Джей-Хоп. Можно сказать, что у меня большой опыт, да? Джей-Хоп, супер, ты такой крутой. Хён, смотри, надо держать такой ритм. Вот это правильно. Кто начинает с центра, блин, стены красить? Джей-Хоп, ты так талантлив. Легендарно. Вы же знаете, что у каждого есть шанс получить помощь съёмочной группы. Надо было просто попросить их покрасить за тебя. Нет, я почти закончил. Я Джей-Хоп. Давайте попросим их собрать самый большой предмет мебели. Диван? Что выглядит сложнее всего? Надо попросить их собрать для нас диван. Да, диван. Нам нужна помощь с диваном. Диван. Да, попроси собрать самое большое. Понял. Мы должны попросить их собрать самое сложное. Да, это самое большое. Хорошо, хорошо. Мы используем шанс помощи съемочной группы. Что больше? Диван. Пожалуйста, соберите для нас диван. Что бы мы делали без этого шанса? Он так хорошо собирает мебель. Кризис наступает как раз в тот момент, когда мы его хвалим. Это же должно быть правильно. Нет? Вот так? Что не так? Инструкция. Я такой дурачок. Боже мой. Вот же. Ну я и балда. Это должно было быть между ними. Чонгук забыл вставить. Свежие новости о малярии сзади. Шуга в одиночку заканчивает нанесение первого слоя краски. Все готово. Молодец. Я закончил. Нам нужно еще раз покрасить все вместе. Чтобы закончить. Окей. Итак, для начала давайте соберем всю мебель. Я такой медленный. Простите. Мастерская Рэма на данный момент собрала 0 позиций. Да в смысле, блин, 0 позиций? Что-то не то. Что вы? Эксперт в разрушении, но слабый в строительстве. Я просто не понимаю. Ну блин, ну зачем так? Тебе нужна помощь? Нет, это просто угол. Одинокая борьба Рэма с винтиками полна трудностей. Я закончил. Все готово? Да. Все готово? Да. Мне вставить это? Что это? По-моему, он опять неправильно собрал. Что это? А, нет, все правильно, да. Там ставится вот это вот, соединяет эти... Да, эй, набор, давай вот, да. Все верно. Okay. Мастерской Р наконец-то удалось собрать зеркало. Окей. Окей. Давай же! Ну же! Вместо того, чтобы воспользоваться прекрасным ножом, крушит коробку руками. Второй проект. Я так же делаю, у меня ножи висят, а я, блин, открываю, блин, все этим. Такой красивый цвет! Стульчик странный, детки как будто бы. Ну хотя нет, он здоровый. Хён, давай просто закрасим первый слой, а затем с помощью кисточки поменьше заполним пустые места. Хорошо, да давай сначала покрасим стены. Да, давай. Усердная работа.
покраска. Такой первый слой накладываете, а потом следующий чуть-чуть подсохнет, вот, и еще один слой делаешь. Она становится темно-синей. А? Если мы закрасим в темный, по-моему, вот прикольно было бы одну стену разбрызгать, вот как Тэхён предложил, одну стену. То есть это будет оттенять вот так вот от двух остальных стен. Все равно смотрится круто. Ну всю стену делать так, как будто бы, знаете, небо звездное. Как другая команда? Не очень, по-моему. Стол уже готов. Чонгук, ты отдыхаешь? Сегодня я не буду много болтать. Потому что многие даже как любят, они любят одну стену сделать одного цвета. А две других, допустим, либо три других потемнее, либо посветлее. Либо, допустим, делаешь, красишь все в один цвет, просто обои под покраску, да, беленькие. Либо не обои, а просто стену. Вот. И многие еще любят на этих обоях, либо на стене граффити всякие крутые. Просто нанимаешь команду специалистов, команду людей, которые очень хорошо граффити делают. Сейчас очень много таких, кстати, услуг. Вот, и они тебе рисуют все, что угодно на стене, и это, блин, круто. Он дороговато, на самом деле перестал говорить и сосредоточился на работе. Быстро закончил сборку стола, развернувшись спиной к камере. Мастерская Гука работала без перерыва. Так, наконец, закончив дело, только присел. А потом сразу отключился. Чонгук, ты отдыхаешь? И вот мастерская Гука снова заработала. Бережет свою драгоценную работу. Это такой стул есть, он просто очень на дачный похож. Никаких там этих нет, что ли, накидок на него для спины? Сначала он переносит коробки в зону. Ну, как примерно вот это вот. Тем временем Чимин, который немного медлительнее, все еще собирает тот самый стол. Порвал инструкцию. Нет! Его цель – работать медленно, но точно. Но и это не получается. Не так? Ничего, получится. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, победит стол или Чимин. Ну, блин, Шуга, тут, который только выбор что очевиден. Присоединился к команде строителей, бросает вызов своему первому проекту – стулу. Инструкция. Начинает сортировки деталей. Выглядит как эксперт, довольно чем интересный бы он не занимался. Однако... Я бы себе бригаду такую домой бы нанял. Шуга внезапно начинает загружаться. Концерт бы дали еще. Отчаянно что-то ищет. Куда делась инструкция? Исчезла магическим образом. Кто-нибудь видел мою инструкцию? Господи, как меня это, блин, выбешивает тоже. Вот только что перед глазами лежало, да, только что. И, блин, исчезла. Ладно, здесь у них целая толпа, да, народу, а ты просто бываешь дома один, что-то делаешь, блин, куда-то положил, забыл об этом, а потом такой вспоминаешь, а так перед глазами лежало, и, блин, где найти не можешь, и ходишь, ищешь, как дурак, блин, вот это очень напрягает. Давай, и бесит. Меня зовут Миншуга, и я детектив. Согласно моим расчетам, инструкция здесь, а вот она. Так. Так. Типичная начнем. Ситуация, да, что-то положил на что-то и, блин, потерял. Теперь, когда он все уладил, он снова выглядит как эксперт. Намджуна? Да. Что должна значить эта квадратная балка? Да стулья-то, в принципе, можно и без инструкции собирать. Ты сделал это? Не, ну ребята первый раз я многие понял. Что-то делают, понятно. Если я хочу поставить на ножки, то делаю так. А если хочу поставить так, то делаю иначе. Теперь это раньше уложили. Были, да, стулья, которые просто, блин, пару болтиков и все. Вот, а сейчас и направляющие, и всякое еще там, и кучу болтов разных, которые спинку держат, которые, блин, внутри, которые, блин, и вот такие, разные абсолютно. И, ну, действительно, да, и он кресло собирал тоже, блин, дофига болтов всего, блин, а... Эй! Собирается Оба, за 5 да. минут, в принципе. Поставить на ножки или нет? Выбери то, что хочешь. Ты лидер. Что за ножки? А или что за просвет у него там? Прям там сантиметр где-то просвета. Эти. Думаешь, с ними будет лучше? А, ну он стенку вторую сделает, исчезнет просвет. Чего? Мы красим третью. Быстрее, чем я ожидал. Четвертую ага. стенку. Работать в тишине. Не пропуская ни пятнышка, а в ритме. Окей, я буду осторожен с камерой. Да, спасибо, нужно еще спасибо. Один слой как минимум. Так. Потому что где-то реально заполнено цветом. Джейхоп, веди себя мило перед камерой. А где-то прям просветы жесткие. Конечно, я так и сделаю. Вон, посмотрите на ту стену.
Джейхоб, веди себя мило перед камерой. Это на сейф похоже. Вот он. Эй! Камера теперь не может заснять мое лицо. Я собираюсь собрать эту штуку. Ловим его красиво, профи, чтобы наверстать упущенное. Не могли бы вы установить здесь камеру? Обязательно следи за лицом. Да-да, ты делаешь все, чтобы твое лицо попало на шоу. Конечно, такой умный, это обязательно. Где эта штуковина? А? Оно? Это оно? Как вы там оказались? Не только у Джина есть такая проблема. Со временем они становятся все тише и тише. Так трудно сделать сольный кадр кого-либо. И они показывают только свои спины. Это нормально, что мы так тихо себя ведем? Вообще-то нет. Я пытался развлекаться, пока красил. Не получилось? Я не смог. Не очень смешно. Наше шоу будет таким же? В следующем эпизоде. Слушайте, довольно занятный эпизод получился, очень прикольно. И очень быстро пролетел. Да, такого еще, по-моему, не было. Или поправьте меня, если было, но, по-моему, не было. Дизайн интерьера, ну, где что-то они делали, там что-то пытались там где-то отремонтировать, починить, создать. Ну, имеется в виду вот в таком плане, именно вот в ремонтном, по-моему, такого не было. Ладно, ну эпизод классный, очень понравился. Будем ждать следующего. Мало было действительно по сравнению с остальными эпизодами. Там бывают выпуски даже и по 50 минут. Этот полчасика аж. Это маловато, да. Ну ладно, может быть их будет много. Скорее всего их будет 3, насколько я так понимаю. Будем ждать. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Флок. Обязательно поддержите лайком. Напишите свой комментарий, понравился вам выпуск или нет. Все ссылки в описании. Всем спасибо. Пока.